Полная перезагрузка всего за полтора года. Из заброшенного и заросшего стадиона в главный спортивный центр города. «Динамо» стал городским и буквально ожил. Когда-то здесь не то что занятий, людей невозможно было встретить. Сейчас тренировки проходят ежедневно. Сотни мальчишек и девчонок приобщаются к спорту. Уже занимаются легкой атлетикой и художественной гимнастикой. Работает секция шахмат и шашек. Просторный, уютный зал. В нем могут играть в шахматы или шашки до 100 человек. Здесь светло, есть кондиционеры. В помещении можно проводить занятия и соревнования любого ранга. Сейчас продолжается набор в группы. Маленькой Любе всего 5. В шахматы охотно играет и даже со взрослыми. Когда мы очень были давно на танцах, мне не захотелось на танцы. Мы выбрали шахматы. На шахматах хорошо, мне нравится. Шахматы – это хорошая игра. В нее мы с папой играем дома. Еще мне шахматы нравятся больше всех. В этом зале чисто, красиво, все аккуратно сделано. Здесь все новое. Шашки, шахматы и доски соответствуют международным стандартам. Весь мир уже играет с электронными часами. Теперь и в новом помещении городского стадиона 50 современных таймеров. Оборудование все сертифицировано ФИДЕ и ФМЖДЕ, это значит Федерации международной и шахматы, и шашек. Столики сами подобрали, мы по размерам сделали нам. Это нам сейчас выделили 25 столов, значит 50 офисных стульев. Боковое равновесие. А это уже зал художественной гимнастики. Здесь работают две группы. Секция перешла сюда из старого здания. Принимают девочек с 5 лет. Набор продолжится до ноября. Существовала раньше такая проблема – нехватка помещений. Сейчас большое спасибо, нам выделили такой красивый зал, евро-уровень, новый ковер, новые опора, зеркала, все абсолютно новое. Вместимость для групп начальной подготовки. В этом зале мне больше нравится то, что тут мягкий ковер и новые красивые зеркала. А в старом был твердый ковер, и мы постоянно царапались. Тут красиво, что повесили шторы, ковер новый. Чисто тут, свет есть и уютно. Удобно теперь и легкоатлетам. Раньше им приходилось ездить на республиканский стадион в Тирасполь. Тренировались и в парке, и на пляже. Теперь у спортсменов современное покрытие в родном городе. И впервые за долгое время здесь проведут международный турнир по легкой атлетике. Первые хорошие крупные соревнования, которые мы намечаем к дню города. Начало соревнований мы планируем где-то в 11:45 парад открытия, ну и закончится соревнование, планируем где-то в районе 15:00. Сейчас на центральной арене Бендер продолжают работы, устанавливают дополнительное оборудование и завозят необходимый инвентарь. Идет подготовка к юбилею города и новым футбольным матчам. В эту субботу лидер дивизиона Б Бендерская Тигина сыграет с молдавским клубом Бокзешты. Начало матча в 16:00, вход свободный.